1 апреля НВК «Саха» во второй раз проведет акцию «Весна на НВК». В прошлом году акция подарила горожанам и всем телезрителям республики незабываемые эмоции. Совместно со спонсорами был организован не только праздничный эфир, но и неожиданные приятные подарки. Какую программу подготовили организаторы на этот раз, узнавала Наталья Колесова. Закончились суровые морозы, и везде ощущается дыхание весны. Весна – это замечательное время года, которое просто невозможно не любить. Каждый якутянин с большим нетерпением ждет ее. Чтобы для жителей нашей республики весна была еще ярче, национальная вещательная компания «Саха» в этом году уже во второй раз проводит замечательную акцию «Весна на НВК». Мы прошли очень тяжелую и очень длинную зиму, и хотим, чтобы вся республика вместе 1 апреля встретила весну вместе с нами. Конечно, этот проект предназначен для наших телезрителей. Хотим, чтобы наши телезрители в этот день, может, кто-то выиграет чего-то интересного, да, хорошие призы будут. Разные конкурсы будут, о которых мы будем уже говорить сейчас, скоро анонсировать и так далее. Мы стараемся для наших телезрителей, чтобы был очень интересный эфир, в котором приняли бы участие все жители республики. В этом году программа акции «Весна на НВК» также очень насыщенная и интересная. 1 апреля уже с раннего утра радиослушатели будут наслаждаться весенними песнями, участвовать в конкурсах и выигрывать приятные подарки. В этот день перед зданием НВК «Саха» пройдут народные гуляния «Проспект Весна», где для горожан будут подготовлены красивые уникальные фотозоны, музыканты и художники подарят весеннее настроение. Также весь день пройдет праздничный эфир. А в течение марта в социальных сетях пройдут интересные конкурсы. В этом году мы с нашим партнером ООО «Ленатурфлот» подготовили для наших телезрителей интересный конкурс. Конкурс называется «Семейные традиции». Семья должна подготовить видеоролик, опубликовать в Инстаграм. Подробности конкурса вы можете ознакомиться на нашей странице НВК «Саха». И семья-победитель выиграет круиз по реке Лена на теплоходе на 8 человек. Также телезрители смогут принять участие в розыгрыше подарков по специальным брелкам с купонами «Весна на НВК», по которым можно выиграть отличные подарки. Это мотоцикл «Минск» от ООО «Мотомир», большую утепленную палатку от «Хоту Тент», сертификат от салона швейцарских часов «Династия» и многое другое. Следите за стартом продаж брелков, и, может быть, именно вы станете обладателями суперпризов от НВК «Саха». Проект главного телеканала Якутии «Весна на НВК» – это старт пробуждению, начало прекрасной поры, это позитив и праздничная атмосфера. Смотрите родной национальный канал и словите весеннее настроение.